Вчера, значит, сходил в магазин «Светофор», хотел купить батареек и фильтр для воды. Но ни батареек, ни фильтра для воды там не было. Но зато мне на вид попались вот такие яйца. 100 рублей за упаковку из 6 штук. Как-то там были яйца, я уже делал обзор. Но вот, теперь вот такие. Дата производства, срок годности 2 года. Написано, что яйцо с десертом шоколадного крема и печенье с игрушкой сюрпризом внутри. Набор для мальчиков и для девочек по 6 штук. Давайте посмотрим, что же там лежит и что из себя представляет начинка или там, ну короче, вот этот вот шоколад или что там внутри. Сейчас откроем. Там же как-то продавали, такие синего цвета только были. Сразу же могу сказать, и хрен раскупоришь друг от друга. Кошки тоже интересно. Короче, их не открыть без ножа или чем-нибудь. Ну, короче, чем-то надо их раскрыть. Руками их не растопыришь просто так. А, сюрприз, мазафака. Вот. В принципе, это, походу, такие же яйца, как и были. Сейчас попробуем открыть. Кошка думает, что это ей сейчас принесли. Ну да, начинка тут такая же. Должна быть маленькая ложечка. Просто, короче, другое оформление и, возможно, другие игрушки. Вот такая вот ложечка, типа которой ковырять вот эти вот печенюшки. Шоколад и печенюшки на вкус Нутелла с печеньками. Вот. А здесь у нас что? Здесь у нас сборная игрушка. Какая-то панда. Короче, яйца такие же, только оформление немножечко другое и стоит дороже. Раньше они стоили 67, что ли, рублей, а сейчас 100 рублей. Раньше было за яйцо 12 рублей, а сейчас за яйцо получается 16 рублей. Вот, ну давайте попробуем раскрыть, посмотреть, что это такое. Вот такая вот хрень получилась. Сюда еще, наверное, глаза надо прилепить. Уши и рот сюда. Ну, в общем, такая вот хреновая игрушка. Ложечка, опять же. И какая-то сборная фигня. Ну вот, то у нас такая вот девка получается. Ее нужно тоже наклеить. Штаны, кофту и глаза. В общем, игрушки пока что фигня. Так, сюда и этот откроем. Вот это что-то интересное. Так, ложечка опять у нас. И это у нас спиннер такой, но это уже поприкольней. Крутится неплохо. Но тут, кстати, никакого подшипника, ничего нету. Но спиннер это всегда прикольно. В общем, вот эта игрушка пока что самая хорошая из всех, что попадались. Но у нас еще осталось три. Так. У меня уже получается вроде их открывать. Все время забываю, где игрушка лежит. Так, вот здесь игрушка, наверное, слева. Да, угадал. Так, ложечка. И игрушка. Ну, опять какая-то сборная фигня. Это было сложно, но я его собрал. Это у нас получился вот такой вот рукожоп. И наклеечки нужно клеить, в общем-то, вот на вот эту крутящуюся штуку, которая внутри. И у него будут меняться разные лица. Короче, рукожоп тоже игрушка интересная, и мне понравилась. Еще осталось 2 яйца. Игрушка вроде в левой части.
Так, ложечка и резиночка. Такая вот симпатичная. Резиночка на волосы. Тоже, можно сказать, полезная игрушка. Последнее яйцо. Что же там будет? Ложечка. И, наверное, у нас светофор здесь будет. Только он на два цвета всего лишь. Вот так вот я хреново заклеил. Такая улыбка зеленая, типа человечек идет. Потом крутишь, злой красный, и человечек стоит, типа. Потом зеленый, человечек идет. Красный, человечек стоит. Вот такой вот светофор, короче. Тоже странная, но интересная игрушка. В общем, что из этих киндеров у нас попалось? Из прикольных игрушек. Светофор пойдет. Рукожоп пойдет. Спиннер пойдет. Ну, резиночка, не знаю, так себе. Плюс-минус, короче, средний вариант. Вот. Из хреновых игрушек. Девка. Такая вот вообще ни о чем. Вот. Непонятное существо. С большими глазами. Тоже какая-то хрень. Башка непонятного животного. Две игрушки, короче, отстойные. Остальные вроде интересные. Так что здесь получается практически на сколько? Ну, короче, грубо говоря, на 70%, ну не на 70, на 60% игрушки вполне себе дельные. Даже многие говорят, что вот эти игрушки, которые здесь попадаются, лучше, чем многие игрушки из киндер-сюрпризов. Так что, в принципе, за сотку нормальные такие яйца с сюрпризом. Так что, пока есть в светофоре, можно брать. Проверил, вполне себе нормально. Вот. Так что увидел в светофоре, они стали дороже. Стал у них вот такой вот дизайн, другой немножечко. Но, как мы видим, игрушки тут попадаются интересные. Так что рекомендую.